Мы на месте. Мы приветствуем Инетту, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Визуально видно что-нибудь? У нее на руках и на ногах такие, как ласты, и на руках, и на ногах, как перчатки большие, расходящиеся, как ласты. Хорошо, с руки ног снимаете ласты силами его намерения, они выходят и летят в клетку-тюрьму. Как перепонки между ними. Я понял, да. Готово. Отправляю в клетку-тюрьму. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Инетты под ногами. 360 градусов вокруг нее. На всех 7 тонких телах находится любовь. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Инетты. Находит все. У нее синий дракон. Синий дракон. Лизард. Есть. Инкуб. И демон. И какой демон? 12. Демон 12-герцовый. Хорошо. Чьи-то ласты? Демона. Ну и зачем ты ее делал, эти ласты, демон? У тебя контракт с ней есть? Больше энергии тратит, падает все из рук, вызывает негатив. Контракт у тебя есть с ней? И разочарование. Нет у меня контракта с ней. Сколько ты находился в биополе вместе со своими подключками? 4 года. Хорошо. Инкуб, сколько ты присутствуешь в этом биополе? 7 лет. Лизард. Сколько ты сидишь в сердечной чакре? Не лизард, это хамелеон. А, таки хамелеон, он что, цвета нам меняет сейчас или что? Так он их очень может быстро потерять в этой клетке. 3 года. 3 года. Какой у нас синий дракон? 32-61. Хорошо. Сколько ты находишься в этом биополе, дракон? 10 лет. А чем объяснить твое такое долгое присутствие в этом биополе? У тебя контракт есть с ней? Нет. Изучение и синхронизация. И воровство энергии, конечно же, да? Поддержка. Поддержка себя. Даю команду тонкой копии Инетты спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены низкой вибрационной энергии в ее биополе. Каналы выстроились, выстраивают также канал. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Посмотри, что идет к кому, Вера. Кластом, ну, кластом идет серость, это такая же, как они. Серость и тяжесть, понятно, хорошо. Дракону идут мысли. Какие мысли идут дракону? Мысли и картинки, которые он добавлял и приукрашивал. Значит, я смотрю, ты меня обманул своим обучением. Ты активно участвовал во всем этом. Ты посылал, ты трансферировал. В этом я приукрашивал, да. Ты сказал, ее мысли делал объемней. Ты вмешивался в ее жизнь. Ты пошел против воли изъявления этой души. Есть какие-то законы, которые это все регулируют. Ты Я не подбрасывала ей мысли. Хорошо, мы это проверим. Сегодня. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Инетта забирает все чистые и светлые божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Инетта себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Кто из вас присутствует в квартире, где живет Инетта? Не дракон. Угу. Который типа наблюдает, да? Демон. Хорошо. Реверс закончился. Мы все забрали, да, Вера? Да. Хорошо. Начинаем с вытаскивания. Выходи, демон. Вытаскивай все, что осталось в биополе Инетты. Если мы не все вытащили, возвращайся назад. У него как крепления на руках, на ногах. Прозрачные такие. Снимай. Он их снял. Где лярвы находятся в биополе Инетты? Ты их видишь? Низ живота и горло. Хочешь получить? Хочу. Забирай все лярвы, возвращайся назад в клетку. Готово. Инкуб, выходи, снимай все, что я оставил в этом биополе. Опиши, что он оставил в биополе. Накидка такая, с плечами, с широкими. Хорошо. Как эта накидка влияла на ее жизнь? Кого ты к ней не допускал? Как ее видели другие души? Здесь не в других душах, а в ней самой. Эта накидка давала ей статус занятости. Она занятая женщина и никого другого не рассматривает. Вот как. То есть не отдается полностью. Он снял накидку. Хамелеон, твоя очередь. Выходи, отключайся, забирай все, что ты оставил, возвращайся назад. Приступай. У него как место его круглое в сердечной чакре. Он снял. И синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью, возвращайся назад. Приступай. У него плата и сверху как ореол такой, круглый. Снял он. Угу. Наблюдатель.
Даю команду на рассинхронизацию Инеты с демоном, его ластами, синим драконом, его платами, хамелеоном и инкубом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к кинете, помогаю моей энергии отсигнуть ей все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Все прошли проверку, инкуб. Отпускаю тебя в первый раз на твою чистоту, ты больше не приходишь, тебе это понятно? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хамелеон, то же самое касается тебя. Ты не приходишь больше в это биополе. Все понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте хамелеона. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяя. Есть. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Ли, посмотри, пожалуйста, у меня дракон синий. 32-61, 10 лет сидел, говорит, обучался. У него конструкция была, у него над головой было. Тоже что-то установлено, он ей посылал какие-то мысли, приукрашивал их. Я не знаю, это воздействие активное или пассивное, посмотри, пожалуйста. Конструкция уничтожить дракона, отпустить. Хорошо, ну так легко я его не отпущу, он еще должен снять платы в доме. Благодарю тебя, Али. Под конструкцией дракона открывается воронка в галактическое ядро, и туда же летят и ласты демона. Все уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Синий дракон. Демон, я сейчас открываю два портала в дом, где живет Инета. Вы пойдете, соберете все, что оставили на своей чистоте в этом доме. Я приду, проверю. Демон покажет мне еще все порталы в доме. Или кто там еще, бес или черт. За это я соберу вам негатив, дорогу в этой квартире. Все понятно? Да. Открывается два портала в дом, в квартиру Инеты. 1, 2, 3. В один идет синий дракон, во второй портал идет демон. Закрываю, печатаю, растворяю. Оба портала. Готово. Выходит эмоциональный фантом Инеты, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низковибрационные эмоциональные энергии злости, раздражения. Все это низковибрационное и регенерированное проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. У нее вышел фантом, и у нее разные мысли, которые ведут ее к низким вибрациям, они как комками в нем. Хорошо, это ваши мысли, Инета, это ваша энергия, вы сами их сгенерировали. Вы готовы от них отказаться? Готова. Сворачиваете энергии в шар, открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Есть. Поехали по частотам. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Инета, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Это необъяснимое чувство. Я наполнена энергиями. Я их чувствую, но они не тяжелые. Они очень легкие и приятные, как будто воздушные. Отлично. После сеанса наш администратор перешлет вам рекомендации заправляться энергиями, сбрасывать негатив, выдавливать все, что мы показали в этом сеансе. Также работа с Меркабой. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу переходим к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Инеты в ее систему биоробот-душа, заводим, подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга, проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта,